Сегодня у нас большой экологический форум. Форум, объединяющий в себе не только промышленные предприятия, но и прежде всего общественные организации. Дело в том, что данным форумом мы занимались в течение последних пары месяцев, как минимум, и действительно подошли с толком, с чувством, с расстановкой к организации. К организации привлечены такие крупные вузы, как Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет и многие другие. Каждый из этих вузов сегодня представит какие-то свои наработки, свои программы в формате дискуссионных площадок. Мы сегодня рассказываем о понимании представления Челябинска в обществе, в средствах массовой информации, и именно этому посвящены наши площадки. Поэтому в подробностях будем обсуждать, будет перевод данной площадки на регулярную основу, а в лучшем случае еще и создание общественной экологической программы в формате местного телевидения. Цель познакомить, конечно, с правдой и с действительностью, то есть мы именно рассказываем о том, как есть на самом деле, и стесняться даже у наших успехов мы ни в коем случае не должны. И вот сегодня проговорим про эти успехи и в том числе поделимся своими собственными наработками, своими собственными советами, советами общественной организации с предприятиями для того, чтобы и они применяли, ну, что называется, накопленный нами опыт. Без практических шагов никакое сознание мы не изменим. Если власть и гражданское общество не будет движется поступательно, да, по решению различных экологических задач, то и население не будет этого видеть, и никакое сознание мы не изменим. То есть нам нужны практические действия для того, чтобы люди могли привыкнуть к тому, что идет поступательное развитие, идут поступательные действия, и тогда будет меняться сознание. У нас постоянно идут какие-то мероприятия, какие-то улучшения. Да, может быть, они не всегда заметны. Создание системы обращения с мусором, элементы раздельного сбора мусора. То есть мы это наращиваем, эти поступательные движения будут наращиваться. Мы будем работать и уже работаем с различными категориями населения, от детских до садов, до студенческой аудитории. И будем это развивать. И понятно, нам нужна позиция гражданского общества, чтобы гражданское общество включилось в эти процессы, чтобы гражданское общество направляло эти процессы.